Ничинин тут же. Тревор Дели вместе с Нисклином, два защитника, еще одного форварда сейчас определим. Никлас Хагман, это никто иной, последние секунды большинства у хозяев. Держит шайбу Тревор Дели на чужой синей линии, но это медвежья услуга для Далласа. Павел Датсук против двоих, бросает с дальнего угла, с дальнего расстояния, удаление будет теперь уже со стороны хозяев площадки. Детройт в финалах Западной конференции, в финалах Кубка Стэнли, по-моему, ни волоска не было. Даже в финальных матчах у Никласа Лидстрёма на лице. Рафаловский бросает с дальней дистанции. На пятачке Томас Холстрём, на скоке Хенрик Зеттерберг. А здесь Павел Датсук в углу площадки. Лидстрём. Касание, Датсук и 2-0. Вторая шайба влетает в ворота Криса Озгуда. И кто бы мог подумать, что на пятачке будет работать Павел Датсук. Два человека там уже стояли. Холмстрём по штатному расписанию. Ему положено этим заниматься. Зеттерберг, потому что давненько не забивал. Ну а Павел Датсук оказался вот так вот секунды, да, на чистом льду, ситуативно. Без опеки. Ну и перебросить Марти Турка здесь уже было делом техники. Вот он Датсук, вот она пауза, вот он Никлас Лидстрём. Вот скрин Томаса Холмстрёма, не самый качественный. Вот он Марти Турка, растянувшийся в шпагате, ничего не могущий сделать против этого броска. Все, что нужно было сделать Датсуку, это просто поднять шайбу хотя бы на полметра над льдом. Давненько не разыгрывал Детройт большинство, не забивал в меньшинстве. Вот. Ну и защите Крунвал и... Так, ну что, еще один выход, 1-1. Теперь уже отпал Датсука. У Зеттерберга была возможность. У Датсука все-таки не такая она. Не слишком расстроен Павел. Ну вот Сергей Зубов не закрыл зону. И чистейшая игра со стороны Стефана Робида. Вот какое-то так открытие. Давно отмечали, что парень талантливый.